подняли сейчас только что зайца. Он такой весь белый. Не ожидал. Сейчас у меня собачка где-то в километре двух от меня где-то. Слышно даже, как она лает. Вообще неожиданно. Я не думал, что сегодня в такую погоду, в такую слякоть собачка сможет поднять. Класс просто. Ты моя хорошая. Сейчас подняли еще одного зайчика. Иду на голос. Будем подстраиваться под гон.
Всем привет, с вами Николай. Я сейчас нахожусь на охоте, второй день. Будем искать зайчика. Погода все-таки нелетная. Посмотрим, что сегодня получится. Вчера нам улыбнулась удача, мы подняли одного зайчика. Сегодня погода будет похуже, чем вчера. Вчера было хоть туман, но сегодня уже мелкий дождь и ветер. Вторую штуку куда вам, блядь? Зиратская, да? Какой-то одинаковый, блядь. Вот помнишь? Ага. Двухдневной охоты таков, что в целом охота была успешной для меня чисто. После обеда в первый день мы подняли зайчика. Погода была дождь, слякоть. Вообще не думал, что сегодня в этот день мы сможем поднять. И нам улыбнулась удача. Погоняли часа два. Настроение было просто отличное. На второй день уже подмерзало, ветер усилился, вообще без результатов. Ночью был маленький дождь. Под конец дня у меня собака просто наткнулась на свежий след лося и просто пропала куда-то на 2 часа. И вечером вернулась только затемно. Итог. Классные проведенные выходные. Так что давайте смотрите, комментируйте и наслаждайтесь моментами, проведенными на охоте. Всем пока.